Лапанская стрелка, либо стрелка Харькова. Это исторический мыс и сквер в центральной части города. Располагается в месте слияния рек Харьков и Лопань, в юго-западной части исторического Нагорного района. Здесь мы видим реку Лопань. И здесь же, в принципе, начинается парк «Лопанская стрелка». Но это уже непосредственно сама стрелка, место слияния рек Лопань и Харьков. Кстати, еще до 20 года сюда еще упадала река Нетич. Но в начале 20 века она почти пересохла и, начиная с 1915 года, была засыпана. Что когда-то Лопанская стрелка — это было место слияния целых трех рек. Кстати, по одной из городских легенд, первое поселение на территории Харькова существовало именно здесь. Также, начиная с 18 века, на этом месте существовали знаменитые рыбные торги, положившие начало рыбному рынку, а позднее рыбной площади, которая просуществовала до 1940 года. Было после войны, все было разрушено, ну и когда война кончилась, вместо рыбной площади здесь был, скажем так, открыт парк. Ну, здесь также мы видим, это лодочная станция, ну и знаменитый мост Любимых.